Илья Фуфурин, спасибо большое за донат. Послушаем Лаерлик и Влад Егошин. Уф. Гр. Моя цель в жизни был фэм. Я хотел стать рок-звездой, как Кобейн. Что такое сложный путь, я знаю, поверь. До сих пор никто не знает, даже никнейм. Я всю жизнь искал себя, искал путь наверх, но не мог поймать за хвост. Другой чуть-чуть жанр, если честно. Не конкурент. Я переродился, но за спиной лишь смех. Сколько стоит твой шмот, сколько стоит бандана? Миллион доллар хэппинес, ты счастлив, да ладно. Ты надел корону власти, это шапка не кегла. Ты забыл, как ты поднялся, посмотри напоминание. В мире быстрой информации, ты стараешься успеть. Не получил свои овации, попадаешь снова в сеть. Наверху тебе не место, ты не станешь лучше всех. Где-то блогер жёг машину и назвал это успех. Я шел своей дорогой через кровь и пот, менял работу. Шел своей дорогой и работал официантом. Мечта меня ведет, но я не ведомый. Надеваю маску, чтобы они знали, кто я. Не пускай для них очередной я маршал. Несу свой крест туда, где будет видно все. Куда приводят мечты, я не знаю. Но каждый новый день это еще один экзамен. Я не брошу это дело, чтобы не сказали. И мой образ будет жить, пока со мной поют окраины. Куда приводят мечты, я не знаю. Но каждый новый день это еще один экзамен. В глазах запал, и я выстрелю. Но скучно. Заделишь только искры. Не знаю, почему это скучно. Я не эксперт в рэпчике все-таки, но... Снова кофе на ужин, обед и завтрак. И глаза горят все так же, но в них нет азарта. Я смотрю в чарт, они смотрят все на запад. Смотрю в андер, я слепну, будто бы квазар. Там почему я... Знаете, чего не хватает, наверное? Эйрбэков. Ну, или как это называется, хуйня. Короче, дублирование еще одним голосом концовок строчек. И всяких звуков посередине, ну, типа, между. То есть просто вот из-за этого неинтересно слушается. Для чего мне это этого надо? Нет всего. Почему не тот, кто ставит 10 лет на карте? Бит не какой-то такой, чтобы там себя, разъебать. Я пришел к чему хотел, но забыл путь обратно. Словно белка в колесе, я проживаю здесь рука. Голодный, будто волки, я не был никогда эти гиены. Что-то оно есть, но оно как-то не так неплотно звучит, пиздец. Спиной они преследуют как меня, будто и нет. Здесь легкая добыча, что-то типа воробья. Ждал сладкую жизнь, но не подсластила. Выкупаю смысл, я познал, в чем слов. 5, 3, 2, 311, спасибо большое. Маску, называй меня Сабзира. Я надел корону, но она тянет меня на дно. Каждый день это колесо, оно катится в горизонт. За мной тащится гарнизон. Бля, вот бы мне сейчас кто-нибудь салат капреза принес. Месте должен был быть другой, я надеюсь, все это сон. И мечтал, но теперь я зол, кочевал, среди опочивали. Не знал, это не мое, наливаю в бокал майот. Но он радости не дает, моя мечта меня сгубила. И это мой эпилог, куда приводят мечты, я узнал. И каждый новый день я будто замер внутри замка. Было проще бросить, но я справился. Думал, что увижу новый мир, но я увидел только занавес. Куда приводят мечты, я узнал. И каждый новый день я будто замер внутри замка. Запал, пропал, и я выгорел. На пути к успеху я бежал, но искры подпалили спину мне. Куда приводят мечты, я не знаю. Но каждый новый день это еще один экзамен. Я не прошу это дело, чтобы не сказали. И мой образ будет жить, пока со мной поют окраины. Куда приводят мечты, я не знаю. Но каждый новый день это еще один экзамен. В глазах запал, и я выстрелил. На пути к успеху позади лишь только искры. Sound engineer. Ресторан Купец. Спасибо, ресторан Купец. Ну, клипанде было, кстати, нормально выглядит, да, вполне? С видеорядом-то все вполне в порядке. Только будто самой музыки не хватило, ну, чтобы интереснее было. То есть всяких, да, вот этих дополнительных голосов. Может быть, читка у них сама такая немного уныленькая. На миллион доллар хэппинес, ты счастлив, да ладно. Ты надел корону власти, это шапка не кегла. Ты забыл, как ты поднялся, посмотри напоминание. В мире быстрой информации, ты стараешься успеть. Вот и все. Ну, то есть, вот такая вот вся, как бы. Ну, не знаю, может, даже кому-то это норм, так на, ну, фоном начали послушать. Ну, то есть, этот трек одновременно очень такая вялая читка, и при этом вроде как у него посыл такой, ну,
что я, блядь, пробьюсь там. Ну, получается вот так, то есть что я обязательно пробьюсь, я всем устрою пиздец, я всех вас расхуячу, и все будет очень круто. Да, я не сдамся никогда, ни за что на свете, это будет, блядь, это. Ну, типа, если сделать от обратного, то... Расслабься, братан! Все в порядке, чел! Чили, отдыхай, все! Ну, то есть, что-нибудь такое должно быть. Бля, ну... Вот что-то с этим не то.